Сын мой Григорий, родившийся 4 января 1820 года, в воскресенье, ровно в полдень, в селе Знаменском Аксаково-Тош, скоро стал напоминать мне голубыми глазами и шириной склада моего дедушку, а своего прадедушку Степана Михайловича. Так писал в семейной хронике отец будущего губернатора и первого почетного гражданина Самары Сергей Тимофеевич Аксаков. Возвращаемся в 19-е столетие. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».